Так, наша ідея полягала в такому порталі Explanatory Reporting. Тобто основна наша фішка – це не просто багато новин, багато всесвітньо стандартно йдуть. Ми робимо ключовий акцент на пояснювальній журналістиці. Тобто ми стараємося вибудувати цю хронологію під нашою основною новиною. Ми завжди даємо аналітичний і лаконічний контент по можливості в відеоформаті, в групповому форматі, в текстовому форматі. Під ним також є основні новини, які стосувалися даної теми в хронологічному. Крім того, можливість залучення очевидців цієї події туди ж, так само і можливість залучення інших коментарів і так далі, інших людей, і, можливо, навіть агрегувати якимось чином фейсбукові коментарі і все решта. Ми все одно орієнтуємося на те, що відбуваються і інші події, ми також їх враховуємо, але завжди це в рамках пояснення. Там якась фінансова сталася, наприклад, штука, ми пояснюємо, яке це має відношення, там якась облікова ставка. Якийсь відбувся там мітинг у Греції, ми також пояснюємо, до чого це стосується, відбувся мітинг у Греції. Або також це і співставляємо з тим, які події відбуваються у нас. Крім того, кожного дня є дайджест основних подій, які коротенькі, але з цього коротенького завжди можна перейти на цю більшу хронологію, де є основна оця довга вся історія. І так само є тижневий дайджест, який також тому, хто не має часу дивитися довгі випуски, дивиться короткий дайджест. Але той, хто може там собі, наприклад, цікавитися якоюсь конкретною темою, він також має всі посилання на цю ж нашу саму давню довгу історію. Ну от, але крім того, звичайно, ми і слідкуємо за тим, які події відбуваються паралельно, але ми багато уваги не акцентуємо на тому, як переходила дорога якась бабуся чи там от такі. Тобто ми стараємося пояснити людям глобальні процеси. Ну от, тобто це основна фішка така. І лаконізувати максимально денні новини, і тоді тижні. Сьогодні агрегатор новості, так? Тому я не кажу, що ви на основі чого как будуть відбиратися, получати сумнішки? Куди відбиратися? Хто поясняє ці глобальні проблеми, наскільки оперативно? Даже огромный пул специализированных, достаточно узкоспециализированных, разбирающихся в проблеме специалистов, там, специалистов-экспертов, назовем так, психологии, вот, которые должны оперативно реагировать на любую новость, которую там... Теоретично, правильно, теоретично це може бути, наприклад, скажімо так, один журналіст, який стосується локального сьогоднішнього, один, який, наприклад, стосується тем, якихось таких світових, плюс-мінус, де ми вже орієнтуємося, як будуть відбуватися, і там один, якимось інше, там суто українське чи суто фінансове. Тут вже знову ж таки розбиваємо по тегам і по тому, як це буде відбуватися. Але звичайно, це звичайно журналіст-аналітик, це редактор, який слідкує і який якусь свою тему веде. Тобто він же, коли її веде, він все одно розуміє, він все одно бачить. Я питаю суті опічі, але новостійних порталах. Відмінність якраз в лаконізації і в цьому аспекті аналізу. Не просто ми видаємо певну програму, ми завжди даємо цей аналіз лаконічний, і завжди в нас є не просто посилання на тему, які віддали, вони завжди йдуть в хронологію. Ми пояснюємо, ми цю хронологію також показуємо. Тобто ми пояснюємо, з чого почалося це все і чим воно закінчується. В людини вже не залишається запитань. Тобто, условно говоря, це Forbes, тільки ежедневно. Постоянно дійсно. Ну, от я так, да. Ну, виходить так. Тобто, це Forbes. Там даже который месяц готовит аналитику, да, по темам. Вот. Но только это ежедневное, как ежедневный процесс. Это схоже чинность на Forbes, но все равно это больше лаконичный, и это зорієнтований на світовий процес. На те, що люди зрозуміли, які відбуваються процеси в глобальних тенденціях. І от... Хорошо, а как насчет того, что должно быть несколько точек зрения? Ну, несколько точек зрения, тут у меня одна история, их можно как раз подать, я тут не вижу проблемы. У меня вторая проблема, зачем я буду заходить сюда второй раз, если я уже зашел, вот мне уже там картинку про этот процесс рассказали. Нет, это, конечно, связано с текущими новостями. Ну ок, хорошо. Давайте спросим, давайте дадим слово менторам. Я хочу собирать сами события, которые будете отвечать. Там бабушка, не будем освещать, что бабушка там через дорогу перешла. Как это разбираются сами события? Повинен все одно бути редактор, який слідкує ну, за всім потоком. Але потоком чого? Тих подій, які відбулися, наприклад, в рамках України, в рамках там, світу, кожен про своє. Скільки таких событий ви орієнтировочно предполагаєте і є в течение дня?
Ну, в ідеалі денний дайджест – це максимум 5 годин основних. А всі решти, тобто вони можуть бути коротень про списку. І ви в течение суток будете успівати опять історії? Прийняли чи 5 сотрудників, але вповні реально. Для аналітики експертні оцінки вручі. Там уже специалисты разного, ну там, видео, те, кто делает инфографику, историки, там, взять интервью. Ну, то есть, если это действительно такая журналистика, которая требует полного обзора по данной тематике. Да, ну, я просто знаю, что есть там редакторы даже по тематике, которые в этой теме варятся очень давно, на любое происшедшее событие он не сможет там, в течение дня полностью составить весь. Тобто денний він коротший. Я просто работал в бизнесе, я знаю, сколько они готовили там материал, сколько они собирают, за сколько они начинают там собирать все эти мнения сверху, сколько они потом делают там факт-чекинг и все остальное. В течение суток 5 таких событий, это нужно иметь хороший штат, чтобы делать действительно нам делается история. Это да. Подгоняется под события. До недели. До недели, сколько там участвует человек в этом. То есть хорошие проекты, которые действительно закрывают полностью все вопросы, снимают, да, человек там красиво там все посмотрел, как это исторически развивалось. Это проект, который за один человек, за один день не сделан. То есть то, что будет у вас, оно скорее всего, скажем так, не намного будет лучше отличаться от того, что может сделать редактор в любом из специализированных изданий. Довольно-таки трудоемкая эта работа, особенно если вы это будете заворачивать в хорошую форму. Хорошая инфографика, видеоконтент, привязка там, фотогалереи, звуки, все остальное, какой-то таймлэпс, который там отображает эти события исторически, там, архивы, комментарии, да, ну то есть это вот. Второе. Собственно, события. У вас редактор считает, что это важно. На самом деле аудитория может считать, что для них это совсем не важно. То есть для каждого человека из всех событий, которые проходят в течение дня, для кого-то 5 событий там, по спорту более важно, для кого-то в политике, для кого-то война, для кого-то отраслевые новости. То есть выбор редактора в данном случае, он может вообще не совпадать с тем, кто вас читает. То есть, пока я не вижу здесь решения с точки зрения выбора даже самих историй. Не освещения, а самого выбора. То есть 5 наугад выбранных событий на основании чего? Чтобы совсем добить, да, процитирую выпускающего редактора новостей телеканала СТВ, которая, видя сюжет, написанный журналистом, иногда понимает, что в нем что-то нескладно, она говорит так: сало, мед, говно и гвозди. То есть эти 4-5 событий, они могут быть настолько разными. Я просто не совсем понимаю, в чем прикол. Потому что если у вас есть человек или люди, их 5, да, или там сколько-то, которые могут взять конфликт на Горном Карабахе и лаконично, используя много источников за день, описать эту проблему, чтобы я это поняла. Это же не за день. Я знаю, что, например, в Блумберге за такие вещи отвечают там группы из 50 человек, которые реально копают и выдают это раз в месяц. И им за это дают большую медаль, если там все хорошо. Честно, когда вы говорите, мы хотим рассказать людям, чтобы, сделать так, чтобы они ориентировались в глобальных процессах, для этого нужно найти того, кто ориентируется в глобальных процессах так, чтобы собрать это все очень быстро, сложить это все в пазл и не забыть, с чего начался Карабахский конфликт. А он начался даже не в советское время, а еще немножко раньше, да, то есть. И в этот момент, если у вас есть такие люди, вам не надо технологий. Вам нужно просто посадить этих людей, и пусть они реально делают уникальный продукт. Да, обратная сторона Википедия, которую, конечно, расстрелять журналистов, которые пользуются только Википедией как ресурсом. Еще такой вопрос. Аналоги, вы видите, на данный момент они есть? То есть какое-то издательство или издание на данный момент, которое делает подобные вещи? Частково схожі речі робить Deutsche Welle, частково. Deutsche Welle? У них також, наприклад, це денні відео, але в них немає повних пояснень.
Євроньюз розшифровує текстом свої відео, наприклад. Честно говоря, ну, при вашем первом, да, презентации, то есть я понимаю, что если бы было место, где из всех возможных ресурсов складывается в хронологическом порядке, ну, с момента, когда тема появляется или возобновляется, да, ну вот все, что говорилось на эту тему, людина не може. Тому я думаю, что это або B2B, ну то есть это для каких-то редакторов, которые не отправляют своих людей в поле и не говорят как бы. Виходили на ось це, тобто систематизувати всі ці речі для редакторів. Ну і тоді вони вже собирают свою історію. Ну, у кожного будет своя історія. Но, чесно говоря, мені кажется, що розказати всім про глобальні процеси 5 історій в день, это, ну, задача реально для вот там денний дачі. В Блумберге 5 этажей сидить. И то они, ну, то есть не берутся прям. Ну, настолько автоматизированы процессы, вы себе даже не представляете, с какой скоростью там это все подается, стримится в онлайне. То есть, ну, это история на очень большие деньги. Хотите делать стартап? Хорошо, очень большие мозги. Если мы, да, если мы понимаем, что большие мозги, это все равно большие деньги. И приложить к ним свои мозги. Давайте так, мы сейчас поняли, что вот, ну, по крайней мере, с точки зрения менторов, есть какой-то, значит, стопор. Ваши рекомендации прямо на сейчас, на что обратить внимание, куда, я не знаю, с какой другой стороны посмотреть? Ну, я до цього вже в кінці цього обговорення ідеї, ми вже вийшли до того, можливо, дійсно не робити з малим ресурсом якийсь такий широкий погляд на це все, а, наприклад, зорієнтуватися на модель B2B, де ми будемо якимось чином систематизувати якийсь такий софтвер. Геніальне рішення, де ми будемо систематизувати всю інформацію або агрегувати, або збирати для того, аби редактори чи журналісти мали певний доступ до такої систематизованої бази і нею вже от користувалися і там виходили на якісь. Просто завжди трохи інша річ, от ми прийшли до неї. У нас був просто по категоріям систематизувати новості із різних істочників. Вот. А потом делать короткие, именно короткие локальные заметки по каждому из событий. Да, смотрите, на самом деле оно нужно, да. И многие спотыкались, ну, многие начинали ее делать и спотыкались именно о том, что это требует очень много ресурсов. И зачастую ты не можешь себе найти там качественного специалиста в определенной области. Это уже сразу тебе там качество и так далее, и так далее. Вот. То, к чему сейчас идут там все медиа, это уход от ручного труда, да, и переход к автоматизации. То есть хорошее решение, которое здесь будет работать и будет продаваться, это алгоритм хороший, который сможет, используя все сервисы, которые сейчас доступны там, в мире, там, Перископы, Фейсбуке, там, все собирать, систематизировать эту информацию. Да? Я просто вам расскажу пример, как Яндекс сделал свой один из продуктов по путешествиям по России. Да? То есть им нужно было понять, как в каждом городе, какие самые популярные места, да, для посещения, чтобы рекомендовать в своем приложении турист. Да? Они не садили редакторов, которые знают там, эти там, все города, чтобы они описали все исторические. Они взяли свою базу фото, имидж фото, и просто ну, алгоритмом сделали анализ, какие места больше всего фотографируются, да, в каждой геометрии. Да? Потому что сейчас все, что снято фотоаппаратом или все, оно сразу тегируется. Вот, получили первый результат, поняли, что он далек от совершенства, потому что чаще всего кафе снимаются, да, Макдональдс и там уже далее. Вот, сделали фильтр, который убрал весь этот шум, и в конце концов они с помощью вот именно социального сигнала поняли важные места в каждом городе. Ни одного редактора здесь нет. Вот. Дальше они выбрали самые лучшие фотографии, опять же, по социальным сигналам, то есть там, где больше всего лайков, шеров и так далее было в социальных сетях, и сделали из этого путеводитель. Затем они сделали парсер, который подтянул самую популярную информацию из разных источников по этим местам. Все, ни одного редактора здесь не было, кроме которого потом сделал файтинг. Ни одного человека не работало. То есть все работало алгоритмами на той базе, которая есть, и на тех социальных сигналах, которые имеются. Вот такие решения, они работают, и за ними будут. Да? Если бы они это делали
ручным трудом, им бы пришлось по каждому городу, который есть там в России, который они хотели бы загнать, посадить. Это логично, почему не отбирать? Посадить человека, который бы знал этот город, который бы сам отобрал, посмотрел фотографии, да, там сидел бы, там листал 1000 фотографий, там, чтобы выбрать. А все построено на социальных сигналах, доступных через API этих сервисов. Вот если вы такое решение предложите, я думаю, что там все наши издательства, все, кто занимается контентом, они с удовольствием, да, будут им пользоваться. Потому что это очень существенно режет ресурс, который иногда даже просто невозможно найти. То есть человек, который в каком-то городе знает там все места, все. Вот, я вижу вот ваше развитие, ваши идеи именно в таком направлении, то, как там, в принципе, оно будет развиваться. Вот. То есть решать эту проблему человеческими ресурсами все сложнее, все проблемнее, иногда просто не нужно. Рекомендации есть. Еще есть замечания, предложения? Вы уже время. Один вопрос последний. То есть да. Вы полностью согласны с тем, что нужно делать существующий контент, объединять по категориальным каким-то признакам и просто-напросто делать вот эти локальные заметки просто заголовками для определенного цикла новостей. Правильно? Заметок, я думаю, не надо. Нужно просто... Просто в один. Опять же, вопрос категоризации, это тоже вопрос. Когда вы любую информацию начинаете резать по категориям, вы закладываете туда свое представление о том, как эти товары, допустим, рассортировать. Да? Для вас важно, что это по размеру, а для кого-то важно, чтобы по цвету. Да? Поэтому что вы заложите в категорию? Например, можно, например, три категориальные ниши взять. Например, география, тематика и третий уровень. Ну вот на стадии тематика это уже опять неопределенная область. Потому что люди читают новости как? Они читают то, что горячее, да, то, что решается. Да? То есть он не идет в тематику происшествия, да, он прежде всего там видит там главная новость, там все пропало. Вот. Поэтому вопрос категоризации он тоже должен решаться не человеком, он должен решаться автоматически алгоритмом. Вот, то есть все должно идти от реального поведения людей, которые сейчас потребляют это медиа, а не от редактора, который решит, что вот так лучше. Поэтому ну, тут тоже должен работать вот какой-то алгоритм. Вот, ваша задача просто, ну, скажем так, оценить поведение аудитории, да, и сделать такое гибкое решение, которое бы меньше использует решение человека, то есть он может там конечное решение принимать, а адаптируется на основании того, как меняется поведение реально, в реальном времени людей, которые читают это издание, да, и, соответственно, делать контент более подходящим. Там еще есть продолжение этой темы, это, опять же, я к тому, как выбрать эти 5 лучших тем. У каждого человека заходящего эти 5 тем разные, да. И, тот же фонд свежий выбирает 5 лучших. Forbes это штучный продукт. Вот мы бы говорили здесь про не создание штучного такого. Да, если вы хотите предложить B2B решение, вам нужна гибкая система, которая будет работать в любой теме абсолютно. Вот. И здесь это решение должно подстраиваться под того пользователя, который приходит. Если я каждый день захожу на ваш сайт и читаю, то вы уже можете понять, что я читаю там только спорт, только авто, я не читаю там катастрофы и происшествия. Соответственно, для меня те 5 событий, которые выводятся и показываются, это должны быть 5 событий на мою тематику. Вот. Все остальное там должно отсутствовать. Вот. Поэтому, опять же, алгоритм должен иметь обратную связь от тех, кто пользуется вашим сервисом, а не то, что придумывает редактор и считает главным. Я вдруг ощутила, что на самом деле эта штука уже есть, и она стоит 400 гривен. Это называется медиамониторинг, который я заказываю по словам, там, условно, да, 20, это, да, то есть, да, ну, условный какой-то инфострим, да, но... Но это вещь, которая статическая. Вам нужна вещь, которая работает прямо в онлайне на основании того, что происходит. Ну, то есть наша сейчас задача вывести ее в онлайн и сделать красиво, да? Это система мониторинга. Но, ваша задача вот этого продукта сделать так, чтобы это был алгоритм, который адаптировался прямо на основе того поведения, которое происходит в данный момент. Там проблема в другом. В инфостиле мониторятся только тексты. Туда не попадают видео, туда не попадают сети. То есть, Это как раз вопрос к другим продуктам, которые здесь представлены. Они могут совместно объединиться тегирование видео, тегирование картинок. Активирование новостей, распознавание. То есть, вот если, допустим, это будет сервис, который будет к текстам еще и добавлять. Да. Видео, ну, что-то будет, такое? Да, вот ссылаться на конкретную секунду в том
видео, которое есть, вот это будет добавочная стоимость, которую оценят уже все. Да, это да. А если бы глаза Ивана Степановича, да к носу Виталия там, Владимировича? Да, то есть у вас будет четко материалы, основанные на том, что сейчас интересно, они будут адаптированы под конкретных людей, и они будут тянуть нужные моменты автоматически из всего медиа, которое существует уже в Ротеке. Всем вам скажу спасибо, это тут день. Ну смотрите, даже в ходе вот этого чекпоинта, чуть-чуть так выруливая, раз, вы не будете сражаться с тем, что только что сказано? Будете? Сперечатись, напевно, ні. Бо це як процес, до якого частково дійшли в обговоренні, який доповнився ось. Коротше, за що я люблю такі історії, щоб вже підсумувати цю частину, я так розумію, всі ідеї вже прозвучали, що тут ти проживаєш не тільки своє життя тривалістю там в півтора дні для нас, да, а ще й концентроване життя ще багатьох людей. Тобто ми зараз таким архівом, зіпом получаємо життєвий опит. Это очень ценно, особливо спасибо в этом смысле нашим коллегам, да, собственно, всем, но менторам в частности, да? А сейчас у нас событие «Еда», если вы все помните. Перед событием «Еда» я анонсирую первую, как это называется, емкость. О, смотрите-ка, вот нас дулося. Ёлы-палы. Ну вот, промылося, неважно, значит, их здесь 23. В общем, потом будут еще. Сейчас пауза на, этот самый, на событие «Еда». Раздулочки круг.